Тело студента обнаружили на заброшенной стройке в Нижнем Новгороде 31 мая. 18-летний молодой человек разбился, упав с 13-го этажа недостроенного дома на пересечении улиц Нартовой и Медицинской в Советском районе. Тело обнаружил случайный прохожий, который гулял по стройке. Известно, что погибший в прошлом году окончил технический лицей и поступил в университет. Проводятся проверочные мероприятия, опрошены, студенты, его друзья, также родители. Друзья и знакомые погибшего рассказали следователю, что в последнее время молодой человек был в депрессии из-за психологической травмы и не хотел ни с кем общаться. В последнее время замыкался в себе, даже принимал какие-то препараты, чтобы, прийти в норму. Вот. Также говорят, что алкоголь употреблял в связи с психологическим состоянием своим. После осмотра места происшествия на 13 этаже здания был обнаружен рюкзак погибшего, в котором находились его документы. По предварительной информации, молодой человек покончил с собой. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что молодой человек предварительно спрыгнул с 13 этажа строящегося дома. Но основная версия сейчас отрабатывается такая, что устранить все-таки самостоятельно он сделал. Получилось или это помог. Кстати, местных жителей уже давно беспокоит этот долгострой. Объект никем не охраняется, и зайти туда без каких-либо трудностей может любой желающий. Свободное время на этой стройке зачастую проводит молодежь, и не только. Поэтому идеальные площадки как для преступлений, так и для самоубийств вряд ли придумаешь. То там дети безответственно находятся, действительно сердце болит. И даже со своего ребенка боится, когда он здесь мимо проходит. Там все что угодно может происходить. И наркоманы, и все такое, потому что... Сейчас время такое неспокойное, но отзыва нет ни у кого. В общем, всем на все наплевать. Ребятня постоянно бегает там. Кидают камни оттуда, разрушают там все потихонечку. Ну, контроль нет никого, ни сторожей нет, ничего, собственно говоря. Поэтому разговор такой был. Не знаю, там, что самоубийство, не самоубийство. Я, кстати, первый раз от вас услышал сейчас об этом. То, что постоянно ребятня бегает, постоянно там кричат, постоянно что-то. Ну, предполагал, что, возможно, такой исход будет. В ходе работы следствия будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Информация по этому делу собирается и обрабатывается.